Всем привет! Меня зовут Марина, и я приглашаю вас отправиться со мной в путешествие по Соединенным Штатам Америки. Мое путешествие называется «Мои первые 14 дней в США». И в этом путешествии мы посетим с вами такие места и города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон. Отправимся на Ниагарский водопад, а также в Джерси-Сити. Это путешествие интересно тем, что помимо того, что мы будем знакомиться с такими всеми известными местами, достопримечательностями, Статуя Свободы, Таймс-сквер, Уолл-стрит и так далее, мы также будем получать local experience. Мы не живем абсолютно в гостиницах, мы живем в реальных квартирах реальных американцев. И таким образом начинаем уже знакомиться со страной, начиная с квартиры, в которой мы живем. Питаемся мы в абсолютно разных местах, чтобы как можно лучше узнать эту страну. Мы будем ходить и в ресторанчики, будем покупать очень много еды на улице, потому что для меня Америка – это прежде всего уличная еда, которую там едят и простые люди, и супербогатые бизнесмены. Мы будем много ходить на различные вечеринки, мы будем встречаться и отдыхать с местными ребятами, мы будем кататься на велосипедах, мы будем устраивать пикник в Центральном парке, как многие видели это в фильмах. Мы совершим сплав по реке Делавэр в штате Пенсильвания и будем делать много-много тех вещей, которые любят делать в повседневной жизни американцы. Также особенность моего путешествия в том, что у нас очень небольшая группа, это максимум 10 человек, это не огромная группа. Мы такая вот дружная компания путешественников, мы друг друга не знаем до путешествия, но в путешествии и после мы становимся хорошими друзьями. Всегда путешествовала по штатам самостоятельно, все, что я знаю об этой стране, я получила благодаря своему опыту. Также мой опыт состоял из огромного количества общения с американцами, у меня там огромное количество друзей, поэтому, отправляясь в эту поездку, вы получаете шанс не только познакомиться с туристической Америкой, но также и познакомиться с местной жизнью, понять, как живут американцы изнутри. Это путешествие для всех, кому интересна Америка, кому интересно открывать новые места, новый образ жизни, кому интересно познавать этот мир, возраст не имеет значения. Если у вас еще нет американской визы, тоже можете обратиться ко мне, я с удовольствием помогу вам советом или своим опытом. Я не представляю никакую туркомпанию, не работаю по сценарию. Всю детальную информацию о моем путешествии, условиях, стоимости вы можете найти на платформе Mymax Travel. На ней же вы можете написать мне сообщение, связаться со мной, забронировать путешествие и стать частью группы.